Привет, парни. Короче, снимая видео, ролик увидел, типа как фары почистить. Думал, получится, не получится. Но одну фару почистил. Вообще идеальная стала, бля. А весь-то, ну как просто давайте. Лимон. Бля, сейчас как так сделать-то? Давайте здесь уж не буду. Поставлю сюда, бля. Давайте не пожалеем соды, да? Халявная чё. Фара. Чистая фара, но просто мутная. Она не грязная, ничего. Просто все. И пробуем, давайте. Я сам офигел, когда я увидел этот ролик. Думал, наебка, блядь, какая-то, блядь. Типа шлифовать надо там. А у меня фары, по правде, честно сказать, с 12 года уже. До того они такие мутные, что аж едешь, пока дальняк не включишь, хер че увидишь. Да и так, знаешь, галогенки. Выжимаем сок потихонечку. Блять, лишь бы краску там нахуй не съел, бля. То эти опыты, бля, в пизду их. Ну все вроде. Ну смотрите, аж цвет какой там с нее, блядь. Я хер знает, что это, блядь. Ну фара изумительная стала, блядь. Как будто ее отшлифовали аж, блядь. Я уже давно хотел, типа, шлифануть эти фары, бля. Ладно, все, вроде. Сколько тут я? Минуты 2-3 с вами. Давай сейчас попробую промыть. Сейчас воду возьмем. Ну и посмотрите, какая фара стала. Вообще. И нехер их там куда-то отдавать, шлифовать. Стекло идеальное, бля. Вычистилось, бля. Не знаю, насколько это хватит. Но стекло чистое.